Туман вновь опустился на Тверь и область. МЧС предупреждает, в течение суток 26 декабря видимость будет на уровне 300-800 метров. И водителям, и пешеходам стоит быть более внимательными. Главное управление МЧС по Тверской области обращает внимание, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию, использовать противотуманные фары, но не дальний свет. Быть внимательнее на съездах с холмов и в низинах, двигаться с минимальной скоростью, используя сигналы аварийной остановки.